Добрый день, дорогие друзья и любители криптосообщества. Сегодня я хочу поговорить и осветить один очень интересный проект, который будет у всех на слуху в ближайшем будущем. Это Mainframe. Mainframe представляет собой протокол, при помощи которого можно построить децентрализованную сеть, предназначенную для анонимного обмена информацией. Это могут быть сообщения, файлы. В качестве решения команда разрабатывает собственный протокол Mainframe, который будет использовать самые передовые способы шифрования информации. Ну, что, по словам разработчиков, сделает сеть устойчивой к цензуре и прослушке. Но в дальнейшем другие приложения смогут работать на основе мейнфрейма и получать все его преимущества. Но стоит вопрос, нужен ли здесь блокчейн. Я думаю, что да, потому что все-таки мы говорим о децентрализации сети и уменьшении роли посредников. И, соответственно, это лучше скажется на безопасности проекта, потому что меньше людей могут получить над ней контроль. Проект будет монетизироваться за счет использования экосистемы в экосистеме внутренних токенов MFT. То есть люди будут приобретать их для, прежде всего, улучшение доставки информации от отправителя к получателю, стимуляции надежного децентрализованного хранения файлов. И также используют как средство обмена для торговых площадок на платформе Mainframe. Ну, давайте поговорим о роудмэпе проекта, и здесь увидим следующие стадии. Первая стадия — это выпуск, ну, подготовка инфраструктуры всей и выпуск бета-версии Onyx. То есть, ну, фактически Onyx, он уже готов, то есть мы можем посмотреть, скачать его. Это мы сделаем в следующий раз. Посмотрим на это первое приложение, которое создано на сети Mainframe. В следующий раз мы посмотрим, что такое Onyx, разберем его внимательнее. Итак, вкратце о шагах по программе. То есть подготовка инфраструктуры и выпуск бета-версии Onyx. Это Apollo. Вторая стадия — внедрение функционала, выставление счетов и разработка системы стимулирования работы протокола, увеличение безопасности и добавление почтовых ящиков. Третья, финальная стадия, Геттисберг. Она будет заключаться в абсолютной работоспособности всех частей протокола Mainframe, запуск SDK для разработчиков, также работа торговой площадки и всестороннее развитие палитры инструментов для взаимодействия со сторонними блокчейнами. Ну, проект, прежде всего, я хочу сказать, что он очень имеет сильную техническую команду, потому что все 12 членов команды являются очень опытными и высококлассными специалистами. Имеющими хороший опыт работы с как в области блокчейн-индустрии, как и в области данных и их архитектуры. GitHub проекта очень заполнен. Получается, сейчас идет работа над
смарт-контрактами мейнфрейма. Смарт-контрактами работа идет и тестами. Ну так в основном получается. Сейчас они сосредоточены на работе с сервером Onyx и контрактами Onyx. Так вот, если говорить о конкуренции, то скорее всего это будет Telegram, один из, ну, примерно схожих, наверное, проектов, но Telegram несколько все же отличается от мейнфрейма тем, что все-таки у них есть разные подход. Ведь Telegram, он основан на своей собственном материале, а мейнфрейм, он все-таки больше приспособлен для того, чтобы другие различные приложения могли работать на нем. Ну, то есть идея проекта, она актуальна, имеются серьезные инвесторы, серьезные партнеры и наличие, конечно, работающего продукта сети Mainframe. То есть это Onyx. Это Onyx. Ну, следить за этим проектом, мне кажется, стоит. Я вот рекомендую для всех. Сам хочу быть частью их сообщества, потому что этот проект кажется технически сильным и актуальным. Поэтому я хочу, чтобы вы зашли на их сайт mainframe.com.com, зайти и посмотрели сами здесь все и сделали свое собственное мнение, составили об этом проекте. Спасибо за внимание.